Здравствуйте, жители и гости Ютуба. Сегодня вашему вниманию предлагаю очередную свою самоделку. Вот такой интересный ножичек хочу вам показать. Сделал его уже недели три назад, но время нашлось заснять только сегодня. Значит, нож назвал дуга. Ну, название такое продиктовала его форма. Хотелось большой походный нож себе сделать, но чтобы можно было им, грубо говоря, и что-то порезать, какие-то там салатики на природе, мясо, в то же время, чтобы можно было им и построгать. Исходя из этого, сделал такую вот форму, решил поэкспериментировать. Значит, нож выглядит вот так. Сделан он с одной полосы. Фултанг, или как там это называется. Рукоятки сделаны из бука. Сама полоса взята из рамной пилы, скорее всего 9HF, ну или как так называется. Заклепки, алюминиевая трубка, сквозные. Вот. Значит, почему такая форма? Захотелось сделать, чтобы был нож с упором на силовой рез. И я так подумал примерно, то есть по физике получается у нас что? Когда рукоятка имеет вот такой характерный изгиб, максимальное приложение сил у нас оказывается вот здесь. Вот. Ну, то есть, при прочих равных, при строгании, сила, прикладываемая вот на этот участок, будет больше, нежели бы если бы рукоятка шла просто прямая, как на обычных ножах. Вот, ну и форма такая интересная. Не знаю, захотелось мне такой здоровенный сделать ножик, благо металл позволял, с широкой ручкой, с широким полотном, не знаю, вот такая интересная форма, захотелось мне так. Значит, спуски сделаны в ноль, типа сканди такие, вот, но сделан еще микроподводик, потому что пробовал им, строгал яблоневые и сливовые ветки, толстые такие примерно, сухие, застрагивал. Маленечко заминалась кромка, потому что очень тонко свел, не тонко, а в ноль свел. Вот. Поэтому сделал еще микроподвод. Здесь сделал дулечку для удобства заточки. Здесь типа такой машинный сатин, хотя это просто была тупо перевернутая вверх ногами ленточная шлифмашинка. Эту часть, она была анодирована чем-то, я ее все ободрал и сделал просто, ну, практически в зеркало. Вот. Поскольку данная железка очень хорошо прилично ржавеет, вот поэтому ее маленько зазеркалил, ржавчина не так садится. Дальше, по рукоятке. Рукоятка, как сказал, сделана из бука, взял брусок 70 на 70 и сделал такую фишку, не знаю, снимает хреново, но я думаю, будет видно. Распилил ее повдоль, и рисунок четко повторяет, на рукоятке переходит один в один. Сейчас вот так сделаем. Видите, волокна взяты из целикового куска, не из отдельных каких-то планок набраны, а был кусок распилен напополам, и рисунок переходит с одной накладки на другую. Вот. Дальше, по крепежу рукоятки ничего не клеил, просто хорошенько их шлифанул внутренние стороны, приложил, разметил, отсверлил и расклепал вот такие вот медные трубочки. Взята она с тормозной, по-моему, трубки, аккуратно нарезанной, зашлифованной. Вот, в конце видео будут фотки, там все будет видно. Может быть, если кому-то интересно, отдельно засниму, как вот расклепывать такие вот красивые клепки. Вот. Хотя, в принципе, такие видео, я думаю, вполне в Ютубе встречаются. Вот. Ну, может быть, сделаю еще от себя свои 5 копеек, эту тему заброшу. Вот. Нож мощный, длинный, вес 167 грамм, длина вот отсюда, вот до сюда, 120 миллиметров, длина рукоятки вот отсюда, вот до сюда, 110 миллиметров, ширина, точнее толщина по обуху 2,2. Вот, толщина рукоятки 18 мм, то есть это серьезный, большой, такой приличный нож. Ну и, как я сказал уже, поэкспериментировал с геометрией для того, чтобы... Извините, технические неполадки. Поэкспериментировал с геометрией, чтобы сделать более силовой рез. Как мне кажется, мне это удалось. Ну и форма такая запоминающаяся, интересная. Кому интересно, подобный форм-фактор можете повторить. Вот. В принципе, на этом все. А дальше смотрите небольшой фотоотчет по изготовлению данного девайса. Спасибо за просмотр. До свидания.